Пришла Люда Павлова. Сейчас. Ой, тут народу. Как? Все. Давайте. Как пришла? С Хутунем я пришла. Ой, красотень. Все, ты у нас самый главный гость. Да, ну, остальные пчелки прибежали все помогать, потому что не успеваем. Вот. Ну все, можешь раздеваться. Слава тебе, Господи. Здорово. Красиво. Ты сказала, никого не будет. Можешь пройти посмотреть, какие дамы там пришли. Ты хочешь, чтобы в пустой дом придешь? Ну, она хоть никого не будет. Я, да, Саша, да это. Я говорю, а девки хоть будут-то? Короче, девки молодцы пришли. Ну, вот они тебе подарок. Вот даешь. Да. Тетя Люда тебе принесла. Ага. Вот дает, а? Так, а это тебе как? Это мне подарок. Большой, он небольшой, а вот я тебе решила. Ага, я сюда пришла. Двухспальное постельное белье. Ух ты, какое хрустальное постельное белье, красивое. Да, спальня, ага. Это думала, какое. Ага. Это хорошо, спасибо спальня. Большое. Это да. Мне, да. Ты оденься сначала, бегаешь. Я сейчас оденусь, меня некому снять. Я оденусь, потом пусть меня снимают. Лиличка, Гюльчатай, я твой подарок сняла и конвертик потом сниму. И ты мне стих прочитаешь потом. Нормальный альбомчик, только сколько стоит, сразу скажи. 21. Да, а что у меня есть альбом у Катьки? Я бесплатно буду. Ну, пока еще тут все. А бутерброды эти тоже с маслом делаются? С маслом, да, масло. Ничего особенного, вот только что яичко там красивое сделали, Оля. Так, ножичек. Ну, бери. Шампанское. Не переживай ты. Все на грани фантастики. Угу. Может соленое, может нет. Но с маслом будет хорошо. Ну, вот, мы ставили здесь за один, правильно? Приветик. А Саша снимает. Красавица наша. Ага. Снимай, снимай. Ага. Дай, подожди. Дай что-нибудь одену. Тоже. Давай. Днем рождения. Ну, спасибо, что пришли. Еще третий раз. Давай. Спасибо, что пришли. Вот. Хорошо. Так. Ну, раздевайтесь. Раздевайтесь. Все, давай. Ну, ладненько. Успела одеться, не хотела. Ну, ладно. Красиво. Ага. Читайте стихи. Сейчас. Потом прочитайте. Ладно. Я тебе просто... Подарок. Какой тяжелый, что даже не понять. Не надо, Саш. Сейчас. Надо со всеми вместе. А, нет, не видно, ладно. А то не видно никого будет. Настя, тебе? Да. Садись сама, давай, я сниму. Сейчас. Да, не надо там снимать. Ты давай шампанское. Где твое шампанское? Хорошо, красиво. Ну, Саша, где твое шампанское? Так, подавайте, фужеры поднимайте, я буду наливать. Ставлю. Так мне нельзя наливать. Ну, можно. Главное, чтобы было удобно. Дай, сейчас. Потом нет, будем смотреть. А я вас снимаю. Первый тоже. Да, да что вы не можете? Вы все ждали, а вы что же? Тебе здесь. Ага. Вот. Здоровья тебе, счастья, благополучия. Во. Ну и за твои, в общем-то, 40 лет, да? Да. Ну да, да, да. 39. Да, почти 30. 39. Да. Ну ладно, спасибо большое. Молодая, красивая. Спасибо. Успешная. Самую у нас сегодня оба я и Настя. Вот. Лёд, а с тобой? А, давай, я не вижу. Давай. За тебя, дорогая. Спасибо, Жанночка. Красотень. Ну вот, наконец-таки мы начали. Наконец-то. И все успокоились, подождите. С 9 Хорошо. Сентября ждем. Бабушка, ну, да. Оля. Так, подождите, я сейчас... Пирожки свои достаю. Ой, тёплые, ещё горячие. Во. Так, это с капустой. Самое главное, а Жанины, доставайте. Да, берите по два. Жанна, смотри. Достань свои пирожки скорее. Вон там, вон, в холодильнике, в мешочке. Жанночка. Можно доставай ладно. Тоже. Ладно, Жан. Ну, раздашь. И ты раздай. Люд, не снимай, достанем. Пожалуйста. Ну, я же Жанну снимаю. Не надо мне снимать этот момент, не надо. Я Жанну снимаю. Прошу, хорошо. С я тебя вырежу, Извини, положите. Не надо. Мне пирожок. Я как торговка. Дети, люди, покупайте мои пирожки. Кто любит картошку? Дай мне с картошкой, пожалуйста. Сейчас Коля еще не делает. Мне с картошкой тоже дайте. А тебе? Ну, как будет? А я еще раньше взяла. Коля, большие с картошечкой. Ну, все съела. Три штуки съела. Кругленькие, с капустой. А Жанин испеченный? Длинненькие такие. Ешьте, гости. Не, Олечка, я не буду это. Вообще это не надо. Люди. Почему? Жена Тихона. Тихона не было жены. Здорово. У него был две жены, что-то первая умерла, а он взял вторую, Марину. Марина была еврейка. Как
Кать, с другой стороны. Где там это? А татары, это ну, уже стопнуло. К нам она отношения не имеет. Жур-гур-гур. Салфеток больше нет. К нам она отношения не имеет. Ты поняла, что я сориентировала? Коля, извиняй, это Коля наш. А Коля кто? Ой, я забыла. Коля наш. А Коля двоюродный брат. Тетя Нина Пискарихинский. Это папа, это Пискарихинский? Это Коля Пискарихинский. Это такое, такое, как его? Это вот, Кольки это. Знаменитый Белинский Николай наш. Вот имя так это, поняла? Да, видите, твоя мать, как что-то, как выросли прошу все, прошу выражение. Это наш старший брат. Чина, Чина, это на дядь Петя, на дядь Петя. По дядь Петиной, нет? Нет, это папка. Дядя Вячика племянник. Родные. Родной дядька мой. Родной дядька, дядя Вячика. Тетя Нина Пискарихинская, родная сестра нашему племеннику. Ну что, Васькина, моя дорогая, что я тебя знаю, ну, я тебя знаю, Васькина и Белинская. Сестра, но я жену уже. Вы знаете, что я хочу? Давайте выпьем такой тост. Вообще-то жизнь такая скоротечная. Родни как-то, если так подумаешь, ее как-то много. Почему-то она собирается очень много на поминках. На поминках, на похоронах она как-то собирается. А остальные моменты как-то она вот у нас в затихании обходит. Вот это очень хорошо, Лю, что ты собрала. Да, да. Храни тебя Господь, дай Бог тебе здоровья, молодости. 60 лет, жизнь только начинается, да. Как говорили этот. Да. Там 60. Так она не выглядит, да. Она выглядит очень молодо. Нет, всегда. Нет, мы не будем здесь говорить. Да, давай, да. Там 40, да. Дай Бог, чтобы так выглядеть. Господи, 60 лет. Да. Как подумал, я имел в виду 40 до 100. Да, да, вот, да, да. Короче, я всегда говорю и прошу хранить тебя Господь. Если Он будет тебя хранить, Он тебе даст и здоровье, и красоту, и спокойствие, и деньги. Все тебе даст. А хранить Он нас должен. Потому что я считаю, какой-то, ну не обязан, Господи, но должен. Потому что в какой-то степени наша порода, я считаю, мы обделены. Поэтому... А мы же хорошие. Как обделены. Обделены мы же получим. Людочка, здоровье, счастье. Есть, как глянь. Наша вот эта вот. На меня. Не Коля наша. Мы обделены очень сильно. Коля очень агрессивная. А какую я вот мягкую? Правильно, правильно. Можно и говорить, что я очень бриллиант. Коля, да, что-то она слабая-слабая. Там не 40 минут. Сидять у вас. Здравствуйте, Володь. Камера. Пришел Газманов. А он специально на штрафную рюмку набивает. Да. Дня открыточку. Можешь почитать. Можешь почитать, как там написано. На досуге. А что? Нет, можно почитать. Это хорошо. День рождения — это отличный повод еще раз ощутить, как чудесна и неповторима жизнь. Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом, и сбудутся все мечты. Мишка! И это ты снимаешь? А как же, я все фиксирую. Я потом все ей припомню. Вовочка. Она вот здесь лежит, вот в холодильнике. Хорошо, Саш, Кате тоже налей наши. Не надо, ей напомню. Не, шампанское можно, нормально. Не, шампанское можно. Она что скажет? Шампанское. Пусть попьет хоть шампанское. Пусть попьет хоть шампанское. Будем знать, от чего голова. Да. Я скажу кратко и понятно. Да. Ну, мужчина стоит, женщина сидит. Я тоже. Здоровье. Угу. Потому что будет здоровье, да. И будет долгие все. Годы жизни. Да. И долгих лет жизни. Спасибо, дорогой. Остальное все сами сделают. Владимир Иванович, да. Ты философ. Спасибо. Остальное все сами сделают. Белые рубашки философ. Да, настоящий очень мужчина. Красивые, молодцы. Кока, я тебя не толкал. Где-то люди ищу. Ты вот что будешь? Я вот. Ой, спасибо, Коленька, хорошо. Девочка, ваше здоровье. Спасибо, Людочка. Да. Людочка? Все хорошо. Что, я не поделюсь? Она как-то молодец. За рулем? Да я за рулем. Пить хочешь тоже. Олечка, ты все в школе? Молодец. Все в школе работают. Женщины зарабатывают. Хочу еще больше, больше, чисто больше, чтобы денег больше. Надо быть очень... Зарабатывать. Нормально. У меня школе хорошо. Нет, Паша, ты это... Не, я уже правильно. Какие настроения хитрые стоят. Только степь. Но это быстрее всего, это военные тоже бывают. Какие-то там некопачные. А я уже... Макароны свои, больше ничего не хочешь. А, вот еще положи. А с рыбой с